time. Давайте, когда внук вернется, мы поблагодарим Бога за него. Just for, he's all healed up tonight. Он был исцелен. And we're grateful for that. И мы благодарны Богу за это. I was hoping he could. I was wishing that he could share a little bit. Я надеюсь, он тоже сможет поделиться тем, что у него есть. So we'll see if he has a word that he wants to say. Посмотрим, будет ли у него слово, которым он хочет поделиться с нами. Well, maybe not. Okay, let's go on. Может, нет. Ну, хорошо. And I would like for you to turn with me in your Bibles to Matthew chapter 13. Давайте откроем Матфея 13. And look with me in verse 57. Стих 57. I want to share with you tonight something that God put on my heart. Я хочу поделиться тем, что Бог вложил мне в сердце сегодня. That has to do with honoring. И это касается почтения. So that's something that we have to develop in our lives. Есть определенные вещи, которые мы должны развивать в наших жизнях. And I really think it's more what the Holy Spirit develops inside of us. И я верю, что это в первую очередь работа Духа Святого развивать в нас эти вещи. When it comes to honor, I'm not sure we can discipline ourselves to do that. Когда дело касается почтения или чести, не думаю, что мы именно можем себя просто дисциплинировать. Like, потому что я верю, что это должно быть прикосновение от Бога. Я знаю, что в церквях мы говорим о власти. Но власть, она сама по себе не появляется. Во всяком случае, не в теле Мессии. Потому что, видите, власть должна быть has to come from an encounter with God. Потому что власть, она приходит от Бога, от встречи с Богом. You have to be touched by His authority. Тебе нужно получить прикосновение Его власти. Before we can give authority. Прежде чем быть властью для кого-то. And before we can yield to authority with all of our heart. И прежде чем мы примем эту власть всем своим сердцем. In the same way, the Father in heaven has authority. Точно так же Отец Небесный, Он имеет власть. But he doesn't want to make us do something. Но он не хочет заставлять нас просто что-то делать. He wants us to be touched by his love. Он хочет, чтобы мы, он хочет прикоснуться к нам своей любовью. Where we can actually say, Abba, Father. Когда мы уже можем сказать, папа, отче. And he wants us then, that we will want then to walk under his authority. Чтобы мы естественным образом захотели стать под его власть. But he won't make us. Но он не будет нас заставлять. He loves us into it. Он любит, и он хочет, чтобы мы в любви это сделали. And we have to have an encounter with him. Нам нужна встреча с ним, переживание его. To where our heart is changed toward his father's heart. Чтобы наше сердце изменялось в его отцовстве. In the same way, honor is like that. Точно так же почтение. You see, honor means to value something. Почитать — это значит ценить что-то. And there are many reasons we would value something. И есть много причин, по которым мы ценим что-то. We would value something because of the name on it. Мы ценим что-то, потому что там есть чье-то имя, например. I'm not that acquainted with clothing today. I'm not that acquainted with clothing today. Я не говорю сейчас только об одежде. But I do know that there are some jeans that cost more than others. Я знаю, что одни джинсы могут стоить больше, чем другие. And it's not because they're any better material. И не обязательно потому, что там более качественные материалы. But it's because of the name that's on it. Просто потому, что там есть бренд. And a name will give a value. И этот бренд, он увеличивает стоимость этих джинсов. In the same way, something has value because it's personal to us. И точно так же что-то имеет большую ценность для нас, потому что это что-то личное. My daughter did a painting when she was 13 years old. И моя дочь нарисовала рисунок, когда ей было 13. In fact, it's what's his name? it is Landon's mother. Это мама Лэндона. When she was 13. Когда ей было 13, she painted a beautiful picture. Она нарисовала прекрасный рисунок. I've carried it with me everywhere we've moved. И я везде его брал, куда бы мы ни переезжали. I have it hanging in my office. Он у меня висел в офисе. Is it because it's a Rembrandt or
И он не висел, потому что это Рембрандт или Ван Гог или еще кто-то. No, it's not because of that. Не по этой причине. It's because it means something special to me. Я его вешал, потому что это что-то для меня значило. And I see that picture, and I think about my daughter. И я когда смотрел на этот рисунок, я думал о своей дочери. You doing good? Good. Тебе хорошо? Good to have you tonight. Рады тебя видеть. We had that planned. Мы это запланировали. Okay. So whenever when we see something can be valuable because of the name. И когда мы смотрим на что-то может иметь особую ценность из-за имени или бренда. It can be valuable because you have a personal interest. Но также это может иметь ценность, потому что ты лично в этом заинтересован, это тебя касается. I love that picture that his mother painted. И мне очень нравится тот рисунок, который нарисовала его мама. In the same way, we have to come to a place in our heart where we value what God says. Также мы должны прийти в такое место в наших сердцах, где мы ценим то, что Бог нам дает. Can we make that happen? Мы можем просто так сделать обстоятельство, что оно само по себе произойдет. Again, it's the work of the Holy Spirit. Снова же, это работа Духа Святого. And we simply have to say, Lord, would you give me the value for what you value. И мы должны просто попросить: Боже, дай нам правильно ценить то, что ты ценишь. Let me see things the way you see things. Дай мне видеть вещи так, как ты видишь. If you value people, let me value people. Если ты ценишь людей, помоги мне точно так же их ценить, как ты. If you value an order of things, let me value that same order that you value. Если ты ценишь определенный порядок, научи меня ценить такой же порядок. So here we are in Matthew chapter 13. Матфея 13. And we're in the next to the last verse, verse 57. 57 стих. So if you would turn there if you want to. Можете but he can read открыть, it. Если можете. So you may. И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. You see, in this case, they didn't honor Jesus. В этом случае Иешуа не почтили. And because of that, he could do no mighty works there because of their unbelief. И из-за этого он не смог совершить много чудес из-за их неверия. If we honor someone, we believe in someone. Если мы почитаем кого-то, мы верим в кого-то. And sometimes I believe in someone just because God said to believe in them. Но иногда, например, я верю в кого-то только потому, что Бог сказал верить. Here was Jesus in his hometown of Nazareth. И вот Иешуа пришел в свой родной город Назарет. And they were looking at him like someone they've known all of their life. И они смотрели на него как на того, которого знали всю свою жизнь. They said, "Who does he think he is?" И они сказали, кто он, что он из себя делает? We've heard that he does mighty works everywhere. Мы слышали, что он совершает великие дела повсюду. But we know who he really is. Но мы-то на самом деле знаем, кто он. We know his mother, we know his father. Знаем его маму, папу. We know his brothers and sisters. Братьев, сестер. Who is he? We know where he lives. We know his address. Да кто он вообще? Мы и так знаем, где он живет, его адрес. We know his email address and his phone number. Даже его email знаем и номер телефона. Maybe I doubt back in Jesus' time. Ну может быть, все-таки сомневаюсь, что такое было во времена Иешуа, но. But they were so familiar with him. Но они были знакомы с ним. And the familiarity caused them not to believe what God could do through him. И это вот. Такое фамильярное отношение к нему заставляло их не верить в него. They didn't put the proper value on him. Они не почтили его достойно. We're talking about the predicted Messiah. Мы говорим о Мессии, о котором пророчествовали. We're talking about the savior of the Jewish people in the world. О спасителе еврейского народа и всего мира. He has come to set men free. Он пришел, чтобы дать пленным освобождение. He's come to heal the sick. Чтобы исцелить больных. He's come to bring life to mankind. Чтобы принести жизнь человечеству. And here he is in their city. И вот он в их городе. And they don't even honor him for that. И они даже не почтили его за это. But he can go to other places like Capernaum. Но он мог пойти в другие места, как Капернаум, например. They honor him in Capernaum. И там его почитали. They honor him in different in Jerusalem. Его почитали в Иерусалиме. They honor him in Bethbara. Bethbara, where he was baptized. В том месте, где он был крещен.
And they honored him in Jericho. В Иерихоне. But he went home and they didn't honor him. Но он пришел домой и его не почтили там. And the scripture is very clear in that last verse, verse 58. И Писание очень четко говорит в 58 стихе. He couldn't do many mighty works there because of their unbelief. И не совершил там многих чудес по неверию их. We need to honor the people that God says need to be honored. Нам нужно почитать тех людей, которых Бог нам говорит почитать, которых Бог говорит, что они должны иметь почтение. Now, I used to not understand that. Я раньше не понимал этого. And I was on vacation with my wife a few years ago. Однажды я был в отпуске с женой. And I woke up at about 3 o'clock in the morning. И я проснулся где-то в 3 утра. And this verse of scripture kept running through my mind. И просто этот стих, он в моем разуме просто начал проигрываться постоянно. A prophet is not without honor, except in his own country and his own family. Что, his own house. Что не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. And so I said, "Okay, Father, I heard that in my spirit." Я сказал: "Хорошо, okay. Отец, я слышу это в своем духе." I went back to sleep. He woke me up again. Я пошел спать, он меня снова разбудил. The same verse of scripture. Точно тот же стих опять крутился у меня в голове. A prophet is not without honor, except in his own country and house. Что не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. I said, "Okay, Father, speak to me." Я сказал: "Хорошо, папа, поговори со мной. Что ты имеешь в виду?" I didn't hear anything. Я ничего не услышал. So I went back to sleep. Я снова пошел спать. He woke me up again. Он опять меня разбудил. Prophet is not without honor, save in his own country. Опять тот же самый стих. Не бывает пророка без чести, только в отечестве своем и в доме своем. By this time, I'm beginning to feel sorry for myself. И я уже начал себя как бы жалеть. I'm a prophet at my own church. I'm a prophet at my own church. Я пророк в своей собственной церкви. I know my English is bad. My Texan. Texan different from regular English. Просто говорит, что у него английский совсем другой, техасский. And so I began to feel sorry for myself. Я начал себя жалеть. And the church where I was pastoring, I was just Olin. И в той церкви, в которой я был пастором, я был всего лишь Олин. Just hello, buddy, how you doing? О, пацан, привет, как дела? Вот так ко мне относились. And I was feeling sorry for myself. Я начал себя жалеть. There, I didn't feel loved. Я не чувствовал, что меня любят. And I didn't feel honored. Я не чувствовал, что меня почитают там. They loved me. Но на самом деле они любили меня. They really did. Они they still do. Правда любили и любят меня до сих пор. It's not a matter of love. Здесь вопрос не в любви. It's a matter of honor. Вопрос именно в почтении. It's a matter of putting value on something. Вопрос в том, чтобы действительно вкладывать ценность во что-то. I wouldn't go up to my medical doctor and say, "Hello, buddy, how you doing?" Я же не хожу, например, к своему врачу и говорю: "О, привет, пацан, как дела?" No. I wouldn't go to the president of the United States, no matter who he is, and say, "Hey, buddy, good to see you. You're doing a good job." И я не подойду ведь президенту США, неважно кто, кем он является, и не скажу: "Эй, привет, там, дружище, как дела? Молодец, классно получается." There is a value in his position. Есть ценность его позиции, в его положении. We honor that position. И мы чтим это положение. And in the same way, I was feeling badly about it. И точно так же я неловко себя чувствовал по этому поводу. So, but I went back to sleep. I said, "God, I know it. I'm not being honored like I wish I were." И я перед тем, как идти еще раз спать, я сказал: "Боже, я знаю, что меня не почитают так, как должно." I went back to sleep. Я пошел спать. And I woke up again, just опять like that. Меня разбудили. And the Lord said the same thing. И Бог опять то же самое сказал. A prophet is not without honor, save in his own country and house. Что не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. I said, "I'm getting up." И я сказал: "Я сдаюсь, Боже." I'm going to get my Bible. I'm going to take my computer that has my word study in it. Хорошо, пойду возьму Библию, компьютер, буду изучать слово. And I'm going to do a word study. I'm going to study each word in the Greek. Я буду изучать каждое слово по-гречески. I'm going to find out what it is the Lord's saying. Я хочу понять, что ты говоришь, Боже. So I got up and I went to a real quiet place by myself. Я пошел в очень тихое место сам. And I opened the Bible. I said, "Lord, show me what you mean." Открыл Писание и говорю: "Боже, покажи, что ты имеешь в виду." And I began to study each word. И начал изучать каждое слово. An hour and a half later, the sun was coming up.
спустя полтора часа солнце начало вставать. Но я до сих пор не мог понять, что он имеет в виду. И я сказал, все, я больше не буду пытаться, не буду ничего изучать. Буду читать просто каждодневное чтение. И очень четко я помню, that my daily Bible reading was in Exodus. Что на тот день у меня было по плану исход. I read the Bible every day. Я читаю Библию каждый день. I have a plan I go by. У меня план, которому я следую. And I love to read it. I love to read sometimes the Bible. I read it once, one and a half times, sometimes two times a year. И где-то полтора-два раза вот в год я прочитываю полностью всю Библию. Вот это я чувствую, что меня Бог так побуждает поступать. Я не хочу на вас налагать какие-то обязательства. Пусть будет так, как Бог вас ведет. Но я люблю читать страницу за страницей. Exodus 14. И в то утро у меня был по плану исход 14. And I got down to verse 4 and it says, then I will harden Pharaoh's heart so that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh and over all of his army, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. И в 4 стихе я читал: а я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, и сделали так. You see, the children of Israel were leaving Egypt. They'd been in bondage. Народ Израиля, он покидал Египет, в котором он находился в рабстве. And they've now come to the Red Sea. И они подошли к Красному морю. And Pharaoh's army is coming after them. И войско фараона следовало за ними. And they're in a tight spot. И они попали такое в узкое место. And so Moses is talking to the Lord. И Моисей говорит с Господом. And he said, "Listen, I've got a plan." И он говорит: "Слушай, у меня есть план." I'm the one that's hardened Pharaoh's heart. Бог говорит, что я ожесточу сердце фараона. Because I want to get the honor for it. Потому что я хочу, чтобы меня почтили. I thought, that's interesting, Lord. И я подумал: Господи, это интересно. I just did a word study from Matthew on honor. И я только что ведь изучал Матфея по тому же вопросу, по поводу чести, почтения. Now then, I've run across this so that you'll gain the honor. А теперь я открыл это место, и тут говорится о почтении, oh, well, чтобы said, ты приобрел that's почтение. Just a coincidence. И я подумал: может, это просто совпадение. So I kept reading. Я дальше читал. And I got to verse 18. В 18 стихе. Then the Egyptians shall know that I am the Lord when I have gained honor for myself over Pharaoh and his chariots and his horsemen. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. Here the Lord said it again. И здесь снова Господь сказал. I'm going to have honor through this. И что я получу честь на основании этого. Pharaoh is chasing you. Фараон преследует тебя. Он пытается настичь тебя. Но я совершу чудо, говорит Господь. Я похороню их в море, чтобы мне была честь и почтение. Чтобы египтяне и все вокруг знали, что я Господь. Не ты, Моисей. But I am. Но я Господь. And then God spoke to my heart. И Бог проговорил в мое сердце. He said, "That's what I'm trying to tell you." И Он сказал: вот что я пытаюсь тебе объяснить. I've called you to be a pastor. Я призвал тебя быть пастором. I've called you to be a father. Я призвал тебя быть отцом. I've called you to love the church. Я призвал тебя любить церковь. I've called you to love my bride. И я призвал тебя любить мою невесту. It doesn't matter whether you get any honor or not. Не важно, получаешь ты почтение или нет. You don't even need to be concerned about it. Тебе даже не нужно переживать по этому поводу. Переживай только ради того, чтобы я получил почтение. И все, что бы ты ни делал, почитай меня в этом. Не пытайся увеличить свою ценность. Поднимай мою ценность, говорит Господь. И почитай других людей. Чтобы ты давал им честь. Поднимай людей в церкви. Почитай каждого человека. Потому что в теле Мессии у нас у всех есть дары различные. Кто-то является глазами, кто-то ушами, кто-то печенью, кто-то сердцем, кто-то желудком. Но почитай каждого.
This is in 1 Corinthians chapter 14. Это в 1 Коринфянам 14 главе. That we can honor every single member of the church. Что мы можем, там говорится, что мы можем почитать каждого члена церкви. I used to think that wasn't my job. Я раньше думал, что это не моя задача, не моя работа. I thought my calling was to get people to honor each other. Я думал, что моя задача просто помочь людям почитать друг друга. No, my calling is to honor the body. Нет, моя задача это почитать тело. And when I honor the body, the other people will see my example. И когда я буду почитать тело, то люди будут видеть мой пример. И можно создавать таким образом культуру почтения, где мы придаем ценности каждому человеку. Я не могу сказать своему телу: глаз, ты мне не нужен. Ты мне нужен. Я не могу сказать печени, почкам, что мне не нужны вы. I know you can't be seen, я знаю, что вас не видно, but I honor you anyway. Но я все равно вас почитаю. You can see my face, можете видеть мое лицо, but you can't see, the back of my throat. Но, ну, the как little, бы, глотку мы, вы не yeah. видите. But it's needed. Но оно мне нужно. I need every part of my body. Потому что мне нужна каждая часть моего тела. We are the body. Мы все тело Христа. And I see a need to honor. И я вижу нужду в том, чтобы почитать. But we don't seek our own honor. Но нам не нужно искать своего собственного почтения. In Proverbs it says, "Let not a man praise himself." Притча говорится, пусть не прославляет себя человек, не восхваляет себя. If you receive any praise, receive it from other people, but don't blow your own horn. Если тебя почитают другие люди, пусть почитают, но не хвали сам себя. Don't honk your own horn like on the car. This is me, this is me. Не надо всем сигналить и говорить: это я, это я. The Lord spoke to my heart that morning. Бог проговорил в мое сердце то утро. And he said, if you'll honor me, и он сказал: если ты будешь почитать меня, I'll take care of honoring you. Я позабочусь о том, чтобы почитали тебя. I don't even want you to think about it. Я даже не хочу, чтобы ты больше думал об этом. It's not an issue anymore. Это больше для тебя не проблема. I said, yes, Lord. Я сказал: хорошо, yes, Господь. Father, да, Папа. I will honor you. I'll do my best я to буду honor почитать you. Тебя, буду стараться почитать тебя. Every time something happens, it's you that gets the glory. И все, что бы ни происходило, это ты только кто получает честь и славу. You get the honor for this. Тебе почтение за все. Honor me, and I'll take care of you. Еще раз он сказал: почитай меня, и я позабочусь о тебе. You know, the scripture tells us to honor other people. И Писание говорит, чтобы мы почитали других людей. It's my understanding that we are to honor one another. И мое понимание, что мы должны почитать the друг друга. The scripture is clear about that in Romans chapter 12, verse 10. Писание четко об этом говорит в Римлянах 12:10. He says, honor. Why don't we read that? Давайте откроем. Look at Romans 12:10. Римлянам 12:10. So the first thing that we do is that we honor the Lord. Am I right? Yeah. Yes. Yes, please. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. See, it's in honor that we prefer one another. И тут говорится, что в почтительность почитайте друг друга. Instead of trying to promote ourselves, let's promote each other. Не рекламируйте себя, а просто поддерживайте друг друга. That means we need to give one another some space. Это значит, что мы должны давать друг другу место. We don't know what's happening in each other's lives. Потому что мы не знаем, что происходит в жизни каждого. So we're going to honor each other anyway. И все, тем не менее, мы должны почитать друг друга. My wife and I went into a restaurant. И about 3 years ago. Мы с женой как-то пошли в ресторан 3 года назад. And the woman that was waiting on us was an angry person. И женщина, которая нас ждала, она была такой довольно злым. I thought she was anyway. Раздраженным человеком. Во всяком случае, я так думал. She didn't smile. Она не улыбалась. She was rough, gruff. Она была такая ворчливая. And we ordered our stuff and our food, and she brought the water, and she set the water down, and the water spilled out. И мы как бы заказали еду, она взяла с собой воду, поставила, она разлилась. She wasn't kind at all. Она вообще не была доброй. So when we'd finished our meal, I went to the manager of the restaurant. И когда мы закончили обед, то я подошел к менеджеру ресторана. I said, "You see that
that woman over there? Я сказал, видите вот ту женщину вот там? She treated us badly. Она к нам очень плохо относилась. He said, oh, официантка. I am so sorry. И он сказал, извините. They had her husband's burial this morning. У нее просто сегодня утром умер, похороны мужа были. And he died suddenly. Он умер внезапно. And he left her with four children. И оставил ее с четырьмя детьми. And she couldn't afford to take off work. И она просто, у нее нет сил работать. So she went to the funeral and right back to work. Но она сегодня была с утра на похоронах, а потом вернулась, пришла на работу после этого. And I said, oh God, I don't know, I didn't know what she was going through. Я сказал, Боже, прости, я не знал, через что она проходит. I didn't honor her. Я не почтил ее. Because her actions and her attitude was the opposite of that. Потому что ее поведение, наоборот, меня как бы заставляло противиться ей. So I pulled some money out of my pocket. И я достал из кармана деньги. And I went back to the table and I left a big tip. И как, я вернулся к столу и оставил очень большие чаевые. And she walked up and I laid my hand on her shoulder. И когда она подошла, я положил руку ей на плечо. Said, so you, и я сказал, я приношу свои соболезнования за смерть вашего мужа. И она начала плакать. Right there, prayer, я помолился коротко за нее там. Away, said, never, ever, и ушел. И я сказал после этого, Боже, я буду очень сильно стараться, чтобы не судить людей, насколько у меня получится. Потому что я хочу почитать людей. Это не значит, что я должен соглашаться с их действиями. Но это значит, что я уважаю, почитаю личность. И проявляю любовь к этой личности. Потому что это то, что Бог говорит здесь. Нужно почитать друг друга. That we are to honor those who are in authority. И также говорится, что мы должны почитать тех, кто имеет власть. He says that we're to honor the elders. Нужно почитать старейшин. In the Old Testament, they were to honor the Aaronic priesthood. И в Ветхом Завете было особое почтение к священству. Do you think that everyone agreed with their life? Вы думаете, что все были согласны с их жизнью? With the way they lived? С тем образом жизни, который они имели иногда? No, I don't think so. Я так не думаю. Do you agree with every elder you have? Вы что, согласны с каждым старейшином, который вы имеете, или лидером? Not in every issue. Не во всех ведь вопросах, правда? But it doesn't matter. Но не важно. It's that we honor them, we value them. Вопрос в том, чтобы ценить их и почитать их. In fact, the scripture says we give double honor to the elders who labor to teach the word. И Писание говорит, что у нас как бы двойное почтение должно быть те, кто нам преподает слово, учит нас. And do you know what that means, double honor? Вы знаете, что это значит двойное почтение? It's in context in the scripture. Это в контексте Писания. It means double money. Это значит как бы, ну, в два раза увеличивать финансы. That's the one way to honor people. Это один из путей почитать людей. Another way to honor people is to serve them. Another way to honor people is to serve them. И, то есть, другими словами, почитать людей, это значит служить им. We're to honor faithful people, the scripture tells us. И Писание говорит, что мы должны почитать верных людей. So then when we look at what God's saying to us, и когда мы смотрим то, что Бог говорит нам, He's telling us to develop honor. То видим, что Он побуждает нас развивать почтение и ценность. Jesus, look where we were in Matthew. Chapter 13 again. Матфея 13, снова вернемся. And see if I've got the right place. We were at Matthew 13 here. Mm-hmm. Now I want to come over. Let me find it just a moment. 15. 15 глава Матфея. Chapter 15. Read verse 3. Третий стих. Actually, read several verses. Start with verse 1. Uh-huh. And read through verse 6. С 1 по 6 стих. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят... Verse 7, yeah. 1 through 7. Okay. С 1 по 7. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? Он же сказал им в ответ... «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и засловящий отца или мать смертью да умрет.
А вы говорите, если кто скажет отцу или матери «дар Богу», то, чем бы ты пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря. See, what people would do, they knew that it was scripture that they honor their father and their mother. Люди, как они поступали? Они знали, что Писание говорит, что нужно почитать отца или мать. Because he said it's the first commandment with promise. Потому что это первая заповедь с обетованием. That your life would be long. Чтобы продлились дни жизни твоей. And that things would go well with you. И чтобы у тебя все было хорошо. But here they weren't doing that. Но здесь мы видим, что они этого не делали. The way they got around it was, they would say, "Well, mother and dad, I would give you my money." И, но как было на самом деле? Они говорили: "Папа, мама, вот я бы дал свои деньги." But you know, но знаете что? I dedicated it to the Lord. Я их уже Богу посвятил. They dedicated it to the Lord, but they didn't give it to the Lord. Они как бы посвящали это Богу, но не давали ему это. They would say, "Lord, this is your money." И они говорили: "Боже, вот твои деньги, положу их в карман." So I've got your money right here, Lord. У меня они в кармане, все нормально. But because of that, they would not give it to their mother and their father. И по этой причине они не давали их своим родителям. They call it korban. Это называлось корбан. It's just this korban, mom, dad, can't help you. Мам, пап, это корбан, извини, ничем не помогу тебе, я их уже Богу посвятил. То есть они соблюдали традиции отцов, чтобы не почитать отца или мать. Но мы знаем, что мы должны особо почитать маму и папу. We may not agree with them. Может, мы не согласны с ними во всем. Может, они к нам неправильно относились. Может, кто-то из них алкоголик или наркоман. Но они делали самое лучшее, как знали. У меня была проблема в почтении моего отца. Потому что мой дед никогда не делал ничего, не делал ничего, что я performed в школе. You know, if I was in a play, if I ran track, played football, he never intended. И потому что мой отец никогда не приходил посмотреть, когда я в чем-то участвовал, например, в школе, там, в спорте каком-то или еще где-то. And so I was working on this honor for my father. И я работал над своим почтением к своему отцу. And God said, "You'd honor him anyway." И Бог мне сказал: почитай его все равно. I said, "How can I honor my dad?" Но я сказал: как я могу почитать своего отца? The way he did me. Потом, так как он ко мне относился. He said, "Well, he wasn't a perfect father, was he?" И Бог мне сказал: да, он... That's what the Holy Spirit... Он был идеальным отцом. He said, "I guess you were." The Father said to me, "I guess you were a perfect father." The Heavenly Father spoke to me. Но и Бог говорит: наверное, ты был хорошим отцом. And said, "I guess you were perfect." And I said, no. Я сказал: не. I don't think I was a perfect father. Я не думаю, что я был идеальным отцом. Well, then your father wasn't a perfect father. Но ведь и твой отец не был идеальным. Oh, did you do the best you could? Ты делал все самое лучшее, что мог. I said, yeah, I made some mistakes. Я сказал: ну да, были ошибки. I did the best I could. Но все равно старался как мог. Do you think your father did the best he could? Как вы думаете, ваш отец тоже делал все, что мог? Well, yeah, I think so. Думаю, да. He did the best he knew. Он, во всяком случае, он делал так, как он знал. But he hurt me. Но мой отец меня обижал. You know what the Lord said to me? И знаете, что Бог мне сказал? Forgive him. Прости его. And honor him. И почитай его. He's your father. Он твой отец. Honor him for being dad. Почитай papa. Его за то, что он твой папа. I said, "Yes, father. Я I'll сказал, do that." Хорошо, папа, я буду делать. And I believe with all of my heart. И всем сердцем я верю. That what God is saying for us to do. Что Бог говорит нам. Is to honor him. Почитать его. Because as we honor him, all honor will flow out of there. Потому что когда мы почитаем его, все почтение к другим будет истекать из этого. Then we will find ourselves honoring elders. И мы увидим, как мы будем почитать лидеров, старейшин. Honoring fathers. Будем почитать отцов. Fathers in the church and fathers in the home. Отцов в церкви, отцов в доме. We honor fathers in government. Отцов в правительстве. Oh boy,
This is exciting to me. Это меня очень захватывает. Because it brings a great peace in our heart. Потому что это приносит великий мир в сердце. So where do I start? И с чего же начинать? Where do you start? С чего вам начинать? I think the same place God started me. Я думаю, с того же самого места, с которого Бог начал со мной. Give me honor. Почитай меня. And I'll take care of your honor. И я позабочусь о твоем почтении. You know, Jesus said that we're to take up our cross daily and follow Him. И Иешуа нам сказал, чтобы мы брали каждый день свой крест и следовали за Ним. We need. He's wanting us to get to where we're more concerned about others than we are ourselves. И Господь хочет, чтобы мы приходили в то место, где мы меньше заботимся о себе, но больше о других. Give you an example. Приведу пример. I'm talking to you. Personal in a conversation. Например, общаюсь вот с and тобой. And you have something you're wanting to tell me. И у тебя есть что-то, что ты хочешь мне сказать. But I'm not particularly interested. Но я не особо заинтересован в этом. Мне and это не очень интересно. And while you're talking to me, I'm thinking about something else that I need to get и done. И пока ты мне что-то пытаешься донести, я думаю о чем-то совсем другом. Am I honoring you? Я тебя почитаю? No. Am I laying down my life for you? Я отдаю тебе свою жизнь? No. No. So whenever we honor people, we listen to people. И когда мы почитаем людей, мы слушаем. Is that easy? Это легко? No. Нет. We lay down our lives for other people. Мы отдаем свою жизнь для других людей. My wife comes in and I'm watching the television. Моя жена, например, заходит, а я телевизор смотрю. She says, "I want to watch the cooking movie." И она говорит, я хочу вот кулинарные передачи посмотреть. TVs. I said, but I am watching a special movie for myself. Но я говорю, у меня тут особый просмотр кино. Oh, okay. What do I do? Что же мне делать? You know what the cross is? Знаете, что такое крест? The cross is where God's will intersects with our will. Это там, где Божья воля пересекается с нашей волей. I say, okay, am I going to do my will or am I going to do your will? То есть, буду ли я свою волю исполнять или твою волю? What is my will? В чем моя воля? My will is to watch my show. Моя воля смотреть свое шоу. What is God's will? А Божья воля в чем? For me to honor my wife. Для меня, чтобы я почитал свою жену. So in honoring my wife, I'm honoring God. И когда я почитаю свою жену, я почитаю Бога. And as I honor God, I honor my wife. И когда я почитаю Бога, я почитаю свою жену. But we have to come. Fathers have to come to that place. И отцы должны прийти в это место, в это состояние. Where we are selfless like the heavenly Father. We are selfless like the heavenly Father. Что мы как бы уничижаем себя и даем место Отцу Небесному. Oh, I love it. Мне это очень нравится. There is something that God is doing right now in this place. Есть что-то, что Бог сейчас делает в этом месте. To cause fathers to begin to honor the Father. Чтобы отцы почитали отца. I'm not telling you to honor your wife first. Я не говорю, чтобы вы прежде всего почитали свою жену. I'm not telling you to honor your boss first. Или прежде всего почитали своего начальника. I am saying what the Word of God says. Я говорю то, что Слово Божье говорит. Honor the Father. Почитайте Отца Небесного. And all honor will flow out of Him. И все почтение будет истекать из Него. He will begin to transform our heart. И Он начнет изменять наши сердца. I want to close with this last illustration. И хочу закончить с последним примером. In 1 Corinthians, 1 Коринфянам, chapter 3, 3 глава. I'm sure you've read this before, but I'm going to read it to you again. Я знаю, что вы это уже читали, но я вам еще раз прочту. And let me get to it. They stick together, don't they? No, it's 2 Corinthians. Oh, excuse me. 2 Corinthians. Yeah. 2 Corinthians chapter 3. 3 глава. Verse 18. 18 стих. But we all with an unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed from the same into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. So how do we
How do we honor other people? И как же нам почитать других людей? By being transformed. Мы это сможем делать, когда мы сами будем изменяться. We honor other people by honoring the Father. Мы почитаем других людей через почтение Отца. We behold Him. We behold Him. We worship Him. Мы прославляем Его, поклоняемся Ему. And we become like Him. И становимся такие, как Он. Honor Him. Почитайте Его. Worship Him. Прославляйте Его. We become like Him. И через это мы становимся такие, как Он. My wife and I have been married 54 years. Мы с женой уже в браке 54 года. We can walk down the street and people look at us. And they've asked us, "Are you brother and sister?" И мы можем идти по улице вместе, и люди нас спрашивают: "Вы что, брат с сестрой?" Do we look alike? Мы что, похожи друг на друга? They said, "Yes, you look alike." Да, вы похожи. We didn't look alike when we got married. Но мы не были похожи друг на друга, когда мы поженились. I have pictures. У меня есть фотографии. No. Мы не были похожи. But a lot of people say, "You look alike. You look alike." Но многие люди говорят: "Вы так похожи." And it's like there's been a study done on this. By the University of Massachusetts. Кстати, в университете Массачусетса было исследование по этому поводу. And they have a lot of pictures of couples who've been married for a lot of years. У них очень много было фотографий пар, которые были уже в браке долгие годы. And when they first get married, they don't look alike. И когда они только поженились, многие не были особо похожи. After 30-35 years, they look alike. Но через 30-35 лет они стали очень похожи друг на друга. How many of you have been told you look like your husband or husband? Кто вам говорил, что вы похожи с женой, мужем? Или с, как, что вы как брат и сестра? Такое происходит. Это со временем иногда происходит. И знаете, что в этом исследовании университетском было сказано? Это, они говорили это благодаря тому, что вы переживаете одинаковые вещи. И спустя годы лица, они как бы приобретают такие формы через определенный опыт и через определенные эмоции. Потому что мы продолжаем почитать Бога. Him, и когда мы смотрим на Него, image, мы преображаемся в Его образ, изменяемся. So you, я не даю вам каких-то требований. Really, я просто говорю, что если мы хотим почитать отцов, почитать лидеров церкви, почитать жен или мужей, наших детей, нам нужно начать с почтения Отца. Я делаю это обычно в поклонении. Как один из способов, вот с чего я начинаю. Я просто устремляю свои глаза на Него и поклоняюсь Ему. Аминь. Давайте будем петь сейчас. Stay seated if you want to, or stand. It doesn't matter which one. Сидите, стойте, как хотите, неважно. Just put your focus on Father. Просто посмотрите на Отца сейчас. Honor the Father right now. Почитайте Отца сейчас. This is not for me. It's not for us as individuals. Это не ради меня, не ради нас. Это лично сейчас. It's to honor the Father. Это почтение Отца сейчас. Все, чему ты прикасаешься, прикоснись ты ко мне и освети меня. Пусть твой дух
обновит и действует Господь во мне. Жизнь моя вся в Твоих руках принадлежит Тебе. Каждый день с Тобою буду помнить я. Каждый миг с Тобою быть хочу. Каждый миг с Тобою буду помнить я. Каждый миг с Тобою быть хочу. Освяти меня собой, Господь. Освяти меня собой. Освяти меня собой, Господь. Освяти меня собой. Святый Бог, свято все, ты прикасаешься, прикоснись ты ко мне и освети меня. Пусть твой дух и действует Господь во мне. Жизнь моя вся в Твоих руках, и каждый день с Тобою буду помнить я. И каждый день с Тобою быть хочу. To the level that we honor Him. As we worship the Lord, когда мы поклонялись Богу,
our worship can only ascend as high as our value of Him is. Только в поклонении мы можем дать Ему ту ценность, которая только может быть. See Him as a loving Father. Увидьте Его как любящего Отца, who sent His Son for you. Который послал своего Сына вам. He is a good God. Он добрый Бог. He's created the universe and everything in the earth. Он создал вселенную и все на земле. Oh, look at Him. Посмотрите на Него. Look at His love. Посмотрите на Его любовь. Look at His majesty. На Его величие. Look at the throne of God. На трон Божий. Look at it in your spirit. Посмотрите в своем духе. See the 24 elders. Посмотрите на 24 старца. See the angels around the throne. Увидьте ангелов вокруг трона. See the saints of God. Увидьте святых Божьих. And worship Him. И поклонитесь Ему. You hear all of the saints of God and all of the angels magnifying the Lord. Все ангелы, все старцы, все святые Его поклоняются Ему. Let's just continue a little bit longer and worship Him. Давайте продолжать поклоняться Ему. Honor Him. Почитайте Его. Put a higher value on Him than you've ever had before. Цените Его больше, чем когда-либо вы это делали. Yes. One more thing. I want us Я to хочу, do чтобы one мы еще кое-что сделали. Then we're going to have some words that God has given us for a few of you. Потом я скажу слово, которое Бог мне дал к определенным людям. While we're worshiping, пока мы поклоняемся, let's present our unforgiveness, any unforgiveness that we might have. Давайте отдадим Богу всякое непрощение, которое имеем. Toward any person. Каждому человеку. And let's present it unto Him. И давайте отдадим это Богу. You know, there's a thing that going around today that makes you think that you can't be healed unless you can remember it. И есть определенные вещи в ваших жизнях, которые из-за которых вы понимаете, что вы не получите исцеление, если не отпустите, пока вы будете помнить что-то. But you know, our minds remember everything that's happened in our lives. Но наш разум, он помнит все, что происходило в наших жизнях. And we can only remember like the tip of an iceberg. То есть не все помнит, мы помним только верхушку айсберга. We can only remember about 10% of the things that мы запоминаем только 10% того, что происходит примерно. But there may be some things back there that happened that's hindering you in your honoring the Lord and worshiping. Но может быть есть какие-то вещи, которые препятствуют вам поклоняться Богу и прославлять Его. It might be hindering your faith. Может это препятствует вашей вере. So what do you do with that if you can't remember it? И что же делать с этим, если не можете вспомнить, что мешает? I've got a secret. У меня есть секрет. It's right here in the Bible. Здесь он в Писании. It says now he who searches the hearts knows the mind of the spirit is. Римлянам 8:27. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Who searches the heart? Кто испытывает сердца? The Holy Spirit searches the heart. Дух Святой испытывает сердца. Do we have to remember it? И нам нужно это помнить? No. Нет. The Holy Spirit knows. Дух Святой помнит и знает. And it says he intercedes for us. И он заступается, ходатайствует за нас. By the will of God.
по воле Божьей. The Holy Spirit's praying for you. Дух Святой молится за вас. He's searching your heart out. Он исследует ваши сердца. He's finding those wounds. И он находит эти раны. He's finding those hurts. Он находит эту боль. And he's interceding for you. И он заступается за вас. According to God's will. По воле Божьей. What is the Father's will? В чем воля Отца? That you be healed. Чтобы вы были исцелены. That you be whole. Чтобы были вы целостны. And that everything that has happened in your past that's wounded you. И чтобы все исцелилось, то, что причинило вам боль в прошлом. Can be healed right this moment. Чтобы оно исцелилось в этот момент. Say this prayer with me. Давайте произнесем молитву. And after we say this prayer, let's worship some more. И когда мы произнесем молитву, мы будем поклоняться еще. And let the Holy Spirit search and find those places. И позволим Духу Святому исследовать наши сердца, найти те раны. Он найдет их. And he'll heal them. И исцелит их. Say this with me. Скажите со мной. Holy Spirit. Дух Святой. Search out my heart. Исследуй мое сердце. Find those things in my heart that I can't remember. Найди в моем сердце те вещи, которые я не могу вспомнить. Shine the light of Jesus Christ upon those things. Пролей свет Иисуса Христа на эти вещи. And bring healing to every part of my heart. И исцели каждую частичку моего сердца. I trust you to do it. Я доверяю тебе, чтобы ты сделал это. I have asked you to do it. Я прошу тебя сделать это. Therefore, as I worship you. И поэтому, когда я поклоняюсь тебе, I believe you're doing it right now. Я верю, что ты делаешь это прямо сейчас. Go ahead and let him. Go ahead and let him do it. Позволяйте ему это делать. Go ahead and let him do it. Let's worship the Lord. Давайте поклоняться Богу дальше. Let's sing some more. Давайте петь еще. Put your heart on him. Давайте ему свои сердца. Holy Spirit, you're doing a miracle right now. Дух Святой, ты сейчас производишь свои чудеса. You're doing a miracle in hearts all over this congregation. Чудеса в сердцах всех людей в этом общине. You're touching things that have held them back in the past. Ты касаешься тех вещей, которые удерживали еще в прошлого. Right. И ты высвобождаешь их прямо сейчас. Every person here healed. И каждый человек, который здесь исцеляется. All past issues. Все прошлые вещи, они уходят. Holy Spirit, we trust you. Дух Святой, мы доверяем тебе. Heal our hearts. Исцели наши сердца. Find everything. Найди все. Touch it. И прикоснись. Remove it. Remove the pain. И убери боль. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Yeah.
Аминь.